Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder HUD в подарок. Билет уже в продаже. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Почему-то меня очень тихо слышно, или мне кажется, или так оно и есть. Ну, давай, подкручивай. Ну, что-то как-то аж... Всех подкручивай. Аж видишь, что как-то аж как-то вот так. А, сейчас, секочку. Сейчас будет все нормально, ребят. Сейчас будет все нормально, мы пока будем орать. Все будет хорошо. Что-то кто-то выкрутил, да, из демонов наших. Давай, я буду говорить, Каспер, подкручи. Нас опять-таки с утра забрали один стол и забрали наш пульт, поэтому нас слышно тихо. Сейчас будет слышно нормально. О, уже вижу громче. Немножечко. Сейчас я себя еще сделаю так, чтобы я себя слышал. Ребят, сейчас появится эхо. Подождите, сейчас появится эхо. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Все, хорошо уже. Давай, больше не надо. Раз, раз. Все, эхо выключил я, и теперь вы нас слышите хорошо. Да, по идее должны слышать. Так, ну меня, как обычно, всегда тише, поэтому я пойду еще себя подкручу. Мальчик. Почему у тебя тише? Потому что у меня микрофон тише. А, ну подкрути себя еще, подкрути. Подкрути. Все, кажись, всех подкрутили, вообще все уже, короче, довольны играть, готовы комментировать и играть в Доту, поэтому мы с вами... Собственно, начинаем смотреть игру Mousesports против Альянс и турнирная таблица. Турнирная таблица с состоянием на 24-й игровой день Стар-серии. Virtus.pro 39 очков, уже гарантировали себе первое место в регулярном сезоне. Альянс, вторые, 11 побед, 2 поражения, тоже гарантировали себе участие в LAN-финалах уже. Третий пока Na'Vi, у них 9-2, Mousesports 7-3. Mousesports нужно выигрывать. Проигрывать им вообще категорически нельзя, потому что каждое поражение все ближе и ближе, все дальше и дальше отдаляет их от финалов. Скажем так. Играют на второе и четвертое место, и игра, сами понимаете, должна быть очень интересной. Кто так выиграет, Каспер? Выиграет. Ха-ха-ха, мы с тобой обсуждали совсем недавно, кто ну, выиграет. Я поставил $10 даже на Mousesports. Ну, с таким-то коэффициентом, слышишь? С таким-то коэффициентом. И такой статистикой касательно личных встреч, это да. Да, последних несколько там, по-моему, матчей выиграли как раз Мауза. Четыре. Да, почему бы и не рискнуть, и не попытаться, типа, поставить на Mousesports. Да, тем более, что Альянсы, они сейчас могут вообще играть на полном расслабоне в связи с тем, что они уже гарантировали себе место в Стар-серии, на финалах Стар-серии. Ну, а у нас Мауза будут сейчас потеть по полной программе. Ну, и мы видим, что Лондруид и Бейн... У нас первые два пика от Маус. Так, да, и там у нас что, Лайстиллеры, Дарксиры. Ну, видимо, что Альянсы не собираются страдать уж сильно фигней. Пока что пикабаны у них достаточно серьезные. Настроенные на победу, скажем так. Так, и что у нас там дальше? По банам. Ну, вот банят пока что героев, на которых очень хорошо играет Аки. Это минус Чен, минус Коза. Как же суперсвязка Darkseer Clockwerk, которые любят обузить азиатские коллективы. Но Альянс же любит обузить азиатские коллективы тоже. То есть, собственно, азиатские коллективы любят обузить связку, а Альянс любит обузить азиатские коллективы. Так что... Но у них-то неплохо получалось. Я слышал, они там на G1 лиге хорошо отыграли. Даже пару игр видел. Неплохих. Да, нормально было. Влад, как тебе iOS 7? Спрашивает у меня в Твиттере. Ну, учитывая то, что он узнал о ней 5 минут назад от меня. От Каспера. То я не знаю, как мне iOS 7, если честно. И я не совсем понимаю, почему его анонсировали на E3. Я что-то вообще не понимаю, почему. Или это его не анонсировали на E3, или это... Это, ну, я не знаю, может, просто выход iOS. Короче, я не знаю, в какое основное развитие. Если честно, я не знаю разницы между iOS 5 и iOS 6, поэтому нет. Я не понимаю. Я iOS начал юзать на планшете месяц назад, на телефоне 3 дня назад, так что я вообще не знаю, как, что, собственно, как, к чему и куда.
и так далее. Аматоры. Просто аматоры. Мы не профессионалы в этом плане. Anti-Mage. Я уж тем более. Anti-Mage. Mouse Sports Anti-Mage. Они явно нацелены на победу, слушай. С Anti-Mage-ом-то. Ну, это же Black. Два варианта. Или Алхимик, или Антимаг. Ну, а если обоим забанить, то Герокоптер еще есть. Герокоптер еще есть. Кстати, тоже в бане. Кстати, Герокоптер в бане, да, первым баном отлетел. Виномансер, Лона. И что там, какого сейчас еще Дазла возьмут, что ли? Видел я уже Виномансера всяких. Четвертыми пиками. Фнатики, помню, на первой неделе против Нави играли с Виномансером. И выиграли, или... Фнатики там 50-50 было до последней драки. Там Куроки залетел с застиленным реверс паралити. Реверс паралити из-за реверс паралити. Нет, подожди, это ж он... Нет, это не он, это кто-то из Virtus.pro играл. Это из Virtus.pro, я не помню, кто. По-моему, Crazy с ником реверс. Может быть. Паралити. Паралити. Так, и что у нас? Последние два бана осталось, после чего доберут последних героев. Вот. И в плане банов, кого сейчас будут забирать Мауза? Вроде как... Лайфстиллер. Ну, хардлайнера, я так понимаю, сейчас не хватает. Хотя хардлайнер, Дарксир, может быть. Может, в лесу он быть. Два спорта, Никс и Виномансер с лайфстиллером. То есть, опять же, может быть, мид какой-нибудь надо забанить. Или ДС в миде будет. То есть, тоже такие много вариантов на самом деле. Точно так же пока непонятно у Маузов, как будет расстановка лайнов. По сути, если вот не заморачиваться особо, обеим командам нужен мидер. Ну, теоретически, как бы, альянсы там еще могут как-то изловчиться и поставить какого-то Никса в мид, но у Mousesports вообще нечего ставить. Кстати, видишь, Магнуса нигде нету. Вообще нигде нету. А люди кричали, что, блин, да подумаешь, какой-то ему там урон подрезали немного. И вот вы думаете, это повлияет на то, что его пикают или не повлияет? Да, вообще и просто повлияло. Повлияло, причем основательно повлияло. Мы уже буквально... несколько дней не наблюдаем его с момента введения последних патчей. Спрашивают, после виденных презентаций, Каспер, будешь ли покупать консоль? Не презентации, а после виденных цен на консоли, я сразу решил, что консоль у меня будет, только вопрос когда. Когда я уже наконец-таки устаканюсь, когда мы переедем на постоянное место жительства, то есть лет так через 30, наверное. И тогда, собственно говоря, будет здоровенный телевизор, здоровенная консоль. Там PlayStation 10, наверное, к тому времени уже. Не, вообще, да, цены на Xbox, на PlayStation, это мне напомнило про iPad mini и там, Google например, Nexus. Да, Google Nexus. То есть мало того, что хуже по техническим характеристикам, по набору там игр и вообще по набору функций, так плюс еще и стоит дороже. Вот это про Xbox и Sony PlayStation. Ну, там все-таки не такой был слишком сильный разрыв, скажем так. Где именно? Ну, я имею в виду у iPad mini и у Google Nexus. Ну, там как бы процы вообще разных уровней. Ну, я понимаю, но там не такой сильно был разрыв, как здесь, собственно. Ну да, но цена там была так нормально разрывалась. Цена, да, цена-то на $70 брались. Очень похоже, как бы, да. Да, но очень похожая действительно вот ситуация, как и сейчас. Ну, в любом случае... Я вот ты сегодня просто написал, что да, Xbox вы проиграли. Кто-то написал, что 4-1 счет. Я не увидел ни одной фишки, чем Xbox лучше PlayStation. Вот вообще ни одной. Сколько смотрел, типа, вот игры, куда ни влезть, вот вообще ничего нет. Просто абсолютно. Например, я заметил, что в последнее время все игроделы стараются удивить кого-то графикой. Кого вообще графика удивляет вот последний год точно, наверное? Я не знаю, вот с момента появления всяких кризисов, например... Все, графика уже отходит на второй план, потому что, ну, лучше вы сделаете, да, там на 0,5% четче и на 0,3% там ярче и лучше прорисовку пикселей на 0,25%. Но, блин, лучше от этого игра не станет. Не проще ли поработать над... Нет, конечно, не проще. Что я вообще несу? Не проще ли поработать над геймплеем? Геймплей для лохов. Это уже все давно выяснили. Графодрочеры вытаскивают индустрию. Ну и, собственно, все уже забыли, что люди не только в мультиплеер любят играть. Но, опять же, мультиплеер — самая монетизируемая сфера, поэтому только на него и делают упор. Все ну, уже конечно же, забыли это понятно. Про компании, на что же про еще? Одиночку. На одиночку люди денег не тратят, как правило. Не, ну разве что это Elder Scrolls, я имею в виду
скорее. Ну, какая-то такая залипаловская одиночка. Там те же герои, например. Вот на героев там можно потратить немного денег, потому что в них можно играть просто бесконечно. И еще можно что-то потратить на героев. Например, мозг свой. Как я сегодня утром можно смотрел стрим инмейт. Неделю времени, например. Сегодня смотрел стрим инмейт с героев. Он и такой голимый там? Вообще, чувак. Он просто настолько голимый. Я просто сидел, смотрел на него, вспоминал просто-напросто, как я жил в общаге. Не помню, давным-давно, как мы играли в турнире по героям. И, боже, думаю, боже, какой он тупой вообще. Не понимаю, как я вообще с ним комментировал одну игру. Так, ладно, что у нас там дальше? Давайте побыстрее, а? Все, вернулся у нас, собственно, С4, готовы мы уже продолжать. И сейчас будет Дота. Все, поехали. Итак, Синдерен у нас играет на котле, на медведе у нас, собственно, будет играть товарищ Кошква. Пас на Бенни, Блэк на антимаге, ну и понятное дело, что Фата в миде на Баке. Здесь против них ЕГМ сыграет на Никсе, Аки на Виномайсере, С4 на Темпларке, Лода на Найксе в сложной. А кто же еще? Конечно же, Адмирал Бульдог на... Ты так говоришь, как будто ему Лондруида дали просто. Да, да, да. Ну, в принципе, а кто еще мог пойти в сложную, я имел в виду. Пишут, за Т3 просмотры будут давать шмот. Вилат теперь доволен. Мне-то что быть довольным? Я не посмотрю ни одной игры. Когда сделают кастерам просмотр? Да, почему нам не считает? Почему мы, когда мы в игре, нам не считает, что мы эти игры посмотрели? Хорошо, что хоть курьеров сделали, что считает. Теперь мы точно. Ну, смотри, когда ты смотришь реплей, эти шмотки не падают. Тебе надо смотреть в прямом эфире. Да, лайвстрим. Мне ни одна игра, ни одна шмотка не может даже теоретически упасть. Потому что я иногда даже прихожу домой, когда там не стрим, какой-то турнир, просто запускаю там, чтобы, ну, может быть, хоть что-то упадет там. И это бывает там раз в месяц, может быть. Одну игру какую-то зайду в Dota 2 TV, посмотрю и ничего там, мне не падает. Там, где 20 человек смотрит. Валве, дно. Так, смотри, у нас сейчас стычка на руне. Адмирал Бульдог находит паса и... С кулачины ему врезал. Я тебя, Ари, сейчас накараю. Не, ну, кстати, там, если бы Аки попал гелем, Адмирал Бульдог, Айншелл, все дела, то, конечно, Бейн бы умер, да и Котел бы умер, скорее всего. Слушай, а что сейчас вообще происходит? Аки с ЕГМом, что здесь забыли? Ну, они будут суппортировать, судя по всему. И оставят Найкса против Медведя? Ну, ладно. Не, ну, может быть, попытаются сейчас сразу загангировать. И, в принципе, смотри, они идут гангировать. Ну, вот, слушай, они на Фату, у Фат есть там Иллюзори Орб, Яд, кстати, ну, Фат в Иллюзори Орб уходит и уйдет он отсюда, да, потерял он там много, кстати, здоровья потерял, и GM тоже поплатился 3 хп, но такое дело. И, в общем, два суппорта они поставили вот здесь просто в центре вард на спауне и уходят теперь на топ-лайн помогать как раз-таки вот стоять против Медведя, причем вот этот вард через лес не заметит вот этот? Что, так, ну, забегут, увидят. Ну, если забежать сюда надо. Да, 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 но они очень близко стоят. Кто-то пойдет фармить, собственно, и заприметить, скажем так. Да, тут бульдога гоняют, бульдог пока первого уровня, ни одного еще опыта с крипом не получил. Так что все нормально. На этом лайне у команды Mall Sports. Да, вот, разбивают они сейчас этот центрик. А медведь уходит в лес. И правильно, вот... Давно мы говорили уже со многими там игроками и комментаторами по поводу того, что зачем, да, напрягать задницу свою вот и стоять на хардлайне, потеть, если можно спокойненько пойти и пофармить там по морям, по лесам. Ну, в принципе, 90%, наверное, хардлайн героев спокойно абсолютно стоит лес. Ну, наверное, разве что кроме Клокверка, потому что Клокверком немножко напряжновато стоит все-таки леса. Поэтому, да, тот же Медведь, тот же Фурион, тот же Дарксир абсолютно на изичах, тот же Битрайдер абсолютно на изичах стоят леса. И, как бы, это абсолютно правильное решение пойти в лес и очень быстро вылезти оттуда с Мидасом, с хорошим левелом и так далее. Ну, для Медведя вообще рай. Да, конечно, конечно, всегда лучше. Вот те же там бетрайдеры в хардлайне. Ну какой смысл вообще от бетрайдера в хардлайне, если он себе делает там 10 рипл стаки спаунов, больших даже крипов и спокойно их выфармливает. То есть, ну, зачем да, опять все равно. Ну тут ты абсолютно прав. Тут мы видим, кстати, Мауза в лесу стакают. Мы видим крипочков. Ну, я думаю, все-таки для Блэка на будущее.
Скорее всего. Тут, опять же, я думаю, игра будет практически полностью подстроена под Блэка. Оуза прекрасно понимает, что, в принципе, первая, скажем так, линия — это Блэк, а там уже Медведь, если вдруг что не получится, должен помогать. Причем Медведь там... Что новый сейчас слишком появится. Да, тут уже два спауна совухов. Дикокрылов потрошителей, прошу прощения. Че, серьезно? Че, серьезно? Дикокрыл потрошитель? Лол, ну это же вообще борода. А маленький просто дикокрыл, да? Так, а, боже, они просто продолжают радовать нас. Дикокрыл, да. То, что надо. Вот что пока эти дикокрылы... Я, например, скучаю на стриме, говорят, блин, надо что-то ввести новое в Дотан, потому что... Давай дикокрыла введем. Да, уже с гарпи штормоделов уже постебались достаточно, теперь нужен дикокрыл-потрошитель. Все как положено. Так, и что у нас здесь? Левел 4, левел 4,5. В общем, все фармят. Вот кто может фармить, все фармят. Адмирал Бульдог тоже понял, что там на хардлайне ловить ему нечего, и ушел в освоясь. Кстати, первая запущенная вышка для команды Альянс. Да, забирает Лода. Он там до конца стоял своей лапкой, махал, чтобы все-таки именно ему достался Тауэр. Тауэр в итоге достался ему. А, ну и все отлично. Мы видим, что по крипстату Блэк, конечно, немножко впереди в том плане, потому что он динает довольно много. А, ну, конечно же, Тауэр в кармане Лода немножко должен перебивать вот этих вот 12 динает. Да какая разница? А, стоя на линии, где против тебя на сложной кто не стоит, можно и не динает. Какая разница? Но зато, если ты не будешь динать, ты будешь ходить под вражеский тауэр, там, да, возможно, не будешь доконтролировать парочку крипов. Ну и опять же, для общего развития, скажем, Зак не помешает потестировать хотя бы вот против никого держать лайн, например, на месте. Это тоже полезная тема. Так. Вот, кстати, отличный совет заходит от Костика. Кому плохо слышно, прибавьте звук, поможет инфа 100%. Ну, это действительно гениальная идея. Да, только Лоду лагал, мы видим, что продолжается у нас игра. Ну, вообще, мы всегда, абсолютно всегда, когда у кого-то что-то там не то, это просто шикарная идея. Вот, типа, из разряда, пацаны, лагает стрим. Ну, типа, купи интернет, пацаны, херовый звук. Ну, типа, прибавь звука, да. Купи новую видяху. А лучше всего просто перезагрузить ту комп. Винамп обязательно. Винамп удалите, да. Надо переустановить винамп. Это такая вообще уже бородатая просто. Чувак, шуточка. Я уже не помню, когда я Винам последний раз видел. Ну, это, наверное, ну лет, наверное, 6 я его уже не юзаю, а то и больше. Вот я еще вспоминаю наши там первые эти тусовки, там, когда еще музыку на стримы включали там не с ВКонтакта. С Винампа, а с чувак. Винампа, да. Эти ставились. Так, чувак, я через Винамп радио комментировал вообще. Да, там же был этот плагин был. Плагин, да, да, для да. Я тоже так комментил, я тоже помню эту тему. Это же самый огонь, это было столько лет назад, что тогда еще понятия не было о том, чтобы видео картинку передавать. Шауткаст, что-то плагин. Что такое, да, или шауткаст, или браудкаст, плагин. Ну, короче, было дело. Было весело. Очень весело. Эх. Эх. В общем. Пока что мы тут обсуждали всякую фигню, как обычно. Ничего не произошло. Абсолютно ничего не произошло. Сейчас пас выбегает на бульдога, будет его слипать, наверное, да? Да что, второй брейнсап. Просто раз, ему тычек навешал, адмирал бульдог убежал, и опять же все, скукотища. Ну, Блэк 6 левел, кстати, могли бы попытаться через слип, брейнсап и ультимейт что-то и сделать с бульдогом, как бы, может быть, и получилось даже. Ну, теоретически могли бы, конечно, но, блин, ну это же надо напрягаться, блинки юзать. Кнопки там, нажимать, да, кнопки это нажимать. Вообще не вариант. Лучше просто в тупую, в атаку и все. Вот, кстати, пока ничего не происходит. Говорят, что вот там типа... А, ладно, у нас сейчас не в центре ганг не удался. Говорят, что вот типа в Crysis 3 графика там типа классная, сюжет не очень. Типа все, играем в Crysis 3, там бла-бла-бла. Нет, а кстати, в Crysis 3 там я тоже пошпилил, я прошел третий Crysis. Ну, нормальная игрушка на один раз, как все сюжетные пройти. Мне вот первый Crysis мне понравился. Давным-давно, который вышел, очень понравился. Даже сюжет был довольно крутой. Во втором был уже немножко шлак. Третий, к сожалению, мои ручки не дошли, и мой компьютер его не тянет. Так что я новый компьютер. Скиньтесь мне на компьютер новый, пожалуйста. Я не могу поиграть в Crysis 3. Нищеброд. Фу-фу-фу. Нищеброд Вилат не может поиграть в Crysis 3. Чувак, это же дот у меня дома запускается, и у меня уже беда. У меня начинает крутиться там что-то. Не, ну я вот недавно себе приобрел компьютер, вот поэтому у меня все отлично. Да. Ты жесткий. Ну я ждал этого момента года 4, наверное. Когда же я это сделаю? Ну, когда же купить себе нормальный компьютер? И вот я его купил, и играю там просто...
во все. Не, непонятно что, нет, для начала. А, непонятно что. Там КС и всякие, которые вообще нафиг не нужны. А, которые могут и на калькуляторе пойти. Просто на Тамагочи интернет провел, к Тамагочи играешь. Все как положено. Так, ну что, на топе у нас товарищ Лода, Лода Мидас. 46 на 9, 47 точнее, на 9, 48 точнее. Так можно вечно комментировать. Блэк снизу 45 на 18, мы видим 1700 голды, есть у него ПТ, есть у него кольцо. И Бульдог его уже боится. Сам Бульдог, кстати, 4 левел, кошку, а у нас лесным медведем левел 6. А и мы видим тоже будет через Мидас этот медведь. Синдарен, 3 пас, у нас 5 левел на Бэйне. О, вот это вообще над Бэт. Ну и Фата, пак, левел 6, есть у него 0 талисман, есть Book of Speed. S4, темпларка, Power, 3 дзы. А где вы слушаете музыку, если не в Винампе? На Грув Шарке, где угодно вообще, да, в том же ВКонтакте даже можно слушать музыку. Это и то намного удобнее, чем... Ой, да. Смотри, тут Блэка атакуют. Просто Аки, только что в паузе он писал, что Best Winomancer since DreamHack 2011. Ну, это вот Best Winomancer, это он перевеличивает. Не, Best Winomancer у нас вроде бы Майлк был, или кто? Майлк 0.20 и выиграл. И выиграл. Это почти как ты, кстати. У тебя сколько там, 1.15 было? Да, 1.14, по-моему, или 1.15. Не, ну вообще самый элитный Winomancer, это когда-то, я думаю, с Old Faggy хорошо помнят, это травка 1.33 на их ЭХЦСе. То есть это была великолепная игра, и причем он реально старался. Ну, потел. Получилось 1.33. S4. Так, ну и тут сваты сейчас... подрались. Слушай, нули-то, 9-я минута игры, и по-прежнему 0-0 у нас счет. Ну и вряд ли он изменится, кстати, в ближайшие пару минут, хотя вот вроде идет сейчас выход. Не, ну где-то же должен быть фраг. Когда-то. Теоретически, да, когда-то он должен быть. Ну, сложно выиграть, чтобы вообще ни одна команда фрагов не сделала. 0-0 счет, прикинь. Прям и... как в Лоле. 0-0 и весь зал у-у-у, в танках у нас тут было на финале. Ты же не видел, что происходило? Нет, что чувак, там рассказывай все... тебе. Нет, я могу сказать, что происходило. Все стояли 10 минут. Чувак, не, ты вообще ничего не понимаешь. Есть карта. Карта Энск называется. Да. Играют команды. Это первый матч гранд-финала Best of 5. Вся фигня. Первая карта. Ну, первый бой на карте. Надо выиграть 2 боя на карте. Да-да-да. Одни типы выиграли там. Хорошо, 1-0 счет. Второй бой там... Поездили, пострелялись, слишком поздно было, ладно, ничья. Третий бой. Выигрывает вторая команда, счет 1-1. И с этого момента они играют 7 ничьих подряд. 7. 2 часа 45 минут идет карта. Напряженная игра, да? Они вообще ничего не делают, причем Тафа сидит, комментирует, сходит с ума. В миде слип на S4, будет сейчас Silence, вот он Silence. А что там рефракшн, все дела и... Чуть все пас, может быть. Так вот. И все вот это вот, все вот эти 3 часа Тафа просто показывает один танк одного типа из команды New Star, который просто ездит на танке. У него быстрый танк-разведчик, типа, ломает заборы, деревья, короче. И просто за каждое поваленное дерево, битком забитая арена, 450 или сколько там человек, взрывается овациями за каждое дерево, за каждый забор. А потом он в итоге на 7-й минуте тупо с разгону въезжает в дом, и просто там такие овации нереальные. Не, ну было круто. Ну и в конце концов, кстати, знаешь, что решили? Да. Забили болт, переехали на следующую карту. Прикинь? Блин. Оставили счет такой, как был, поехали следующую карту. Соревновательная дисциплина. В итоге 3 часа были потрачены в посту. Не, ну это было весело. Не, я уже много раз говорил по поводу танков, но добавить вот... Один атака, элемент защита, соревновательный. Все, да, атака, защита. И еще будет уже более-менее там что-то похоже на киберспорт. Но да. Когда они реально стоят по 10 минут, просто ничего не делают. А, ну это борода. Это реально борода. Ну, собственно, нам, я думаю, сделают выводы и уже тут говорили в Wargaming о том, что, ну, надо, да, действительно надо менять что-то, потому что, ну, это борода. Год прошел, а что-то... Нет, сама игра, типа, 15 на 15 в пабе, да, то есть простая, оно, типа, да, прикольно, оно весело. Ну, да, мясо постоянно просто. Оно, да, постоянно мясо, постоянно заруба и так далее, и так далее, и так далее. Но 7 на 7 и турнирные, это не очень есть. Слушай, 12-я минута пошла, 0-0 у нас. Вот так, это да. То, что 0-0, рекорд там. Мой личный, напомню, это 13 минут 47 секунд. Это Na'Vi с кем-то на International, я не могу вспомнить с кем. А, ну, понятное дело, с кем-то из китайцев. Да ладно. Ну и неужели здесь дойдет до 15-й минуты 0-0? А ну-ка, давайте, Альянс, Маус, я уже прям болею за то, что был 0-0 счет. До 15-й минуты. Это будет прям... Понимаешь, суппорты стоят, фармят, хорошо. Ну, кэрри фармят. Фармилы фармят, мидеры фармят. Все, ну, типа, никто не гангирует. Смоки для лохов. Миди, лана и пак друг друга не убить.
Медведь, Гангер, Галим. И Ланайк покупает Даггера при счете 0-0. То есть, ну, Лода там, Мидас, Фейзы, Брасер, летят барабаны, я так понимаю. Да, летят барабаны. А Антимаг у нас... Ну, вообще, если честно, в нынешнем раскладе, я считаю, что Антимаг и Медведь посильнее будут Найкса и Ланаи. Ну, вообще, в теории, да, они действительно сильнее. Опять же, Ланайка такая... Герой не слишком, скажем так, надежный, например, как тот же Медведь. Но, опять же, все будет зависеть от того, как играет суппорт. Потому что в таких матчах там очень много зависит именно от игры помогающих героев. Потому что Кэрри, что? Кэрри задача залететь и дать пару плюшенций. А вот от суппорта действительно много зависит. Стянулись всех бульдогу, ЕГМ внутри с Лодой. И это пошла атака. Себе! Они хотят побить рекорд, Лода! Давай, ЕГМ, 13-я минута. Блэк, братюня, блинкайся, Блэк! Успел, хорош. Нет, Лода за ним бежит. У Блэка замакшенный блинк, но все равно не хватит времени. Да, это минус. First Blood, 12-44. 12-44, First Blood, да, элитненько. И убивает Лода Блэка. То есть, такой именно хардкорная дота. Самое, что есть, хардкорная блока. Мейн керри убивает мейн керри на 13-й минуте. Блока. Да, хардкор. Ладно, у нас тут врывается сейчас S4 на центр. Койква сейчас с него Ушква. Просто течет. Ушква. Бежать. Пак поставил ультимейт. Сайленс. ЕГМ в слипе. Пак сам сдал. Ой-ой-ой-ой-ой. Как там котел сдул? Ну и Синдрен здесь умирает, да? S4. Синдрена убьет или нет? S4 с блинка на хэкграунд. Там, кстати, Лода бэкует сейчас, почему-то он медведя закровоточил. Ну, не я знаю, наверное, в грамотный вариант. Понял тоже, зачем он это сделал. В любом случае, у нас Фата умер, и S4 пытается убежать. Корни пройдут. Пока не прокают. Да, сейчас вот пройдут, сейчас пройдут, сейчас пройдут. Авен есть, блинк, все. Ушел спокойненько. Ну и что-то можно еще добавить. Можно добавить только то, что вот спустя 12,5 минут наконец-таки команды начали воевать. Да, и неплохо воевать. 3-2, счет в пользу команды Альянс. Ну и было очень долго, ничего не происходило. Тут просто моментально бешеная война. Просто нереальнейшая война. Да, нас также еще как раз радует. Напомнили, что на Xbox ведь будут танки. Да, да. И это круто, что на Xbox будут танки. Осталось... Теперь можно лежать в кровати с джойстиком и тоже ничего не делать 10 минут. Не, ну, это проще, чем сидеть. То есть до этого приходилось сидеть за компом, сейчас можно лежать там на диване и точно так же ничего не делать. Чувак, ну, в танках попроще будет джойстиком управлять. Это единственное, за что я реально просто-напросто готов, вот, не знаю, вот просто заплатить вот, $40, это за обсервер-клиент для доты на планшеты. Да, кстати, да, было бы неплохо. Просто, все, что надо. Ну, блин, все равно там же будет просто убер-казуальная дота. Не, я имею в виду обсервер-клиент, я имею в виду. Ну, я понял, но я про то, что обсервер не обсервер, а он же все равно доту показывает, а не... Ну, типа, да. Что-то непонятное. То есть, как-то же, ну, можно, ну, как бы... Игры уже там по 3 гигабайта есть на iOS, то есть... Да не только на iOS. Да, куда угодно. Там уже игр таки хватает. Опять же, не знаю, вот этот мобильный гейминг, он все равно по уровню именно владения игрой никогда не сравнится с настольным. Ну, извини, ты, блин, все-таки хардкорный геймер, а есть очень-очень, ну, их, что значит есть? Их 95% это казуальные игроки. Хардкорных таких игроков довольно мало, которым, в принципе, пофигу на то, что там в игре там что-то там не так, там физика нереалистична на 100%. Им пофиг, им красиво взрывающийся вертолет, базуку. Обязательно должен быть взрывающийся вертолет. Ну, чувак, ну любой нормально уважающий себя вообще геймпродюсер должен добавить как минимум взрывающийся вертолет в игру. Как минимум, пару сисек, взрывающийся вертолет. Что-то варды понатыкали, такие интересные видео. Да. Так что основное должно быть в игре? Если мы с тобой делали, если бы нам дали $1 000 000 и пытались сделать за день игру, должны сценарий. Быть зомби обязательно. Зомби, взрывающийся вертолет, сиськи. Лучше две пары. Дальше, что еще должно быть? Должна быть возможность... Пришельцы обязательно должны быть тоже. Пришельцы должны быть, да. Зомби-пришельцы, например. Ну, зомби-пришельцы и Гитлер. Три основных вещи, которые должны быть. Это точно должна быть связь с соцсетями этого всего дела. И робот обязательно. Роботы прямоходящие, большие. Да. И предатель. Всегда должен быть предатель. Конечно, и желательно, чтобы тоже с сиськами. То есть уже будет... Ну, два в одном, так попроще, короче.
Дальше, что еще надо? Надо, чтобы в игре можно было бы покупать что-то за реальные деньги. Причем какую-то вообще убер-пушку, чтобы ты мог купить какой-то там, не знаю, танк там, например, как в GTA, и на этом танке. Как в танках, например. Да, и чтобы эта игра была, там, конечно же, мультиплеер онлайн role-playing game. Массив мультиплеер онлайн role-playing game, я имею в виду, да. Чтобы была абсолютно полная свобода передвижений. А как же вернитесь в зону боевых действий, ты что? Нет, этого не должно быть. Ты можешь передвигаться как хочешь, даже летать на вертолете. Понятное дело, что взрывающимся. Взрывается в конце, да. Летай на нем, не летай, в любом случае вертолет взрывает. Я не знаю, прям вот давай, скидывайте, вот, что бы вы еще хотели увидеть от лучшей игры в мире. Я думаю, там сейчас в Твиттере, да, там да, Твиттер, хэштег SLTV, самое-самое-самое-самое мы запишем себе в список и просто-напросто отправим этот список, например, Activision, и скажем, вот Вилат и Каспер придумали игру, вот такой вот. Создайте, да. Срочно. Да, дайте нам денег. Нет, мы пойдем. Пацаны, пойдем бабло на, горит. Мы пойдем на Kickstarter и соберем бабло на эту игру просто. Вот это будет круто. Так, слушай, ну что? Слушай, я вот с 99% уверенностью уверен в том, что мы реально соберем бабло на эту игру. Нифиг делать вообще. На Kickstarter. И даже у меня даже есть пару знакомых, которые с радостью возьмутся за ее разработку. Есть и прогеры, есть и дизайнеры, то есть все нормально. Найти продюсера, найти издателя и поехали. Все, игра на iPad. Все, кстати, да, она обязательно должна быть портирована. Конечно, на консоли. Конечно, это понятно. На консоли, на все. На мобильное устройство. На мобильное причем на мобильное устройство она должна выйти раньше. Еще плюс должна быть связь с Фейсбуком, ее можно будет играть через Фейсбук. Это обязательно. Все, ждем ваши советы по хэштегу SLTV. Пока смотрим доту дальше. 3-2 на 19-й минуте. Какая-то очень-очень-очень странная игра. Ты буковку не упустил случайно? Что-что? В слове «странная». Ну, очень странная игра. Хорошо, а то мне послышалось кое-что другое. Нет. Я мог сказать очень странная, но она такая, ну. Блэк и Лода в одной игре, как вообще? Как вообще может быть? Ну, это вот как Жоу и Бёрнинг, вот Блэк и Лода просто. Да, ну вот только европейские, да. То есть они будут очень долго думать, они очень долго будут придумать и так далее. Ну вот Аэгис у нас, собственно, появляется. У команды Альянс S4 мы видим, собирает себе. Слушай, этот молоточек, это БКБ или это не БКБ? Смотри, что творит вообще S4, в Синдерена прыгает, бласт от Синдерена и Койко говорит, ты не пройдешь, дружище, умри, умри, Синдерен, и он умирает. Иллюзией добил все-таки у нас. Ну так, а Койко он по-братски реально не пропустил. Да. Тиммейта сказал, что чувак, ты там плохо суппортируешь, умри. Смотри, убили также Фату и убивает Медведя, плюс 300 голды. Да, и все-таки S4 покупает у нас дезолятор. Уже готовый дезолятор, лоло. Да, к нему сейчас залетит вот этот дезоль, и вышки будут умирать намного, точнее, намного, да, быстрее. И также будут умирать Синдерены еще намного быстрее. Ну что, Бульдог здесь за Тавр, он ломает крипов, параллельно S4, EGM ломает Тавр, мы видим на топе у нас Кошква, и так далее. Говорит, вы перечислили все, что есть в GTA. А там еще тоже Saints Row, говорят, то есть один в один. Главный злодей Каспер, да. То есть прозрачное летающее привидение, что ли. Грабить караваны, точно. А, и что, точно, еще, чтобы обязательно можно было что-то в ней строить, вот как в Майнкрафте. Вот. Точно. Блин, это круто, я сейчас считаю, там еще варианты вы пишите в Твиттер. Взрывающиеся сиськи. Ребят, взрываться должны вертолеты. Все нормально. Сиськи должны грациозно трястись. Да, сиськи должны трястись, и желательно, чтобы как-то там это была камера, чтобы показывала это дело. Грациозно трястись. Грациозно, да. Как раз вот все учитывается. Так, ну что, где у нас Лода? Лода, Лодочка. Ты где, мой юный друг? Вот Лода. Лода у нас с барабанами, с армлетом, с мидасом, с фейзами. 2800 уже у него что-то лагает. Там у Лоды уже не первый раз за... Я не знаю, что у него там лагает, но, блин, что происходит такого жесткого на карте, чтобы помешать Лоде вот, лагами, чтобы лаги могли ему помешать? Что-то не я знаю. Начал заговариваться. Вообще не знаю. Вот что-то должно. Ну, пока он не особо парится, все фармит, в мид зашел, в мид сидящий внутри ЕГМа, сделал фраг, потом еще один фраг. Все отлично. Огромная свинья должна в игре. Да-да. Без огромной свиньи вообще никуда. Я думаю, тогда общий настрой будет не тот. Без огромной свиньи. Машер, кстати, у медведя появился. Так, а темпларка нашла Синдерена и убивает его с двух ударов. Так что все нормально.
Вот это читер, а Синдерен. Кстати, а что она не била его? А я что-то вообще не понял, что вообще там же происходило. 80% миса вроде, а не 100. Бейн тем временем вообще лайфстиллер убил. Да ладно, что-то вообще непонятно происходит. Вот это да. Ну и снизу. С4 прыгает на Фату. Фата здесь умирает в любом случае. Копать его ИГМ минус Фата. По наберном неплохо так его выжиг. 290 залетело. Так, ну и занимают наступательные позиции сейчас уже Альянс. Что-то тут, что-то Мауза как-то не уверен. Как-то прижались, но они ничего не делают вообще на карте. То есть вот они тупо фармили. Они, у них не было ни одной выходки никуда, ни одной вылазки. В чужой лес они не заглядывали, гангировать они не гангировали. Они тупо стоят. У Blackwood вроде бы тир 1 еще запушил. Правда, могут они поплатиться тир 2 вышки за это. Все, забирает вышку антимаг. 372 копеечки получает. Ну, а здесь снизу мы видим альянсы очень быстро пытаются забрать Т2 тауэр. Понятное дело, что Мауза это не дефит. В миде кошка забирает Т1 по мид. Ну и вот получается два таура забирает Маус, альянс забирает один. Но второй, Т2 тауэр. Ну и Блэк продолжает фармить леса. 2700 у Блэка, у Лоды мы видим Башер, 400 голды, Дагер покупает ЕГМ. То есть Дагер есть у С4 Лана, и Дагер есть у ЕГМа, у Дарксира мы видим Мека. У Бульдога, ну и Лода запакован до беспредела. Виномансер приносит пользу. Просто приносит пользу. Назовем это так. Да. Да, кстати, главные злодеи русские, все правильно. Ну это понятно. А вообще самый главный злодей должен быть родным братом самого главного героя. Это тоже понятно. Родинка, чтобы в одном месте. Да, и чтобы игра сразу начиналась с цифры 3. Как бы она там ни называлась, чтобы это было 3 сразу. С4, пас, видит его. Ой-ой-ой. Пока замахивался ручками. Ну, там, конечно, С4 бы умирал в любом случае. Если бы, конечно, его зацепили. Но зацепить не получилось. Уже ручки. Кстати, вот это вот сейчас на 24-й минуте были первые осмысленные движения команды Маус. Потому что вот это первый раз они езнули смоук и пошли куда-то, начали что-то придумывать. Ну вот в своем лесу. И в итоге ничего у них не получилось. Да вот по-хорошему сейчас 5000. Находит С4. Причем С4 тут сейчас может отъехать. Да, пас. Где же? Сами затваты и бульдога цепанули параллельно. Бульдог умирает. Ой, хорошо, ЕГМ с лодой врывается. Блэка разорвало просто на запчасти. Пас. Здесь тоже умирает, но в итоге 2 в 1. Ну и медведь. Минус 300, плюс 300. То есть Сундерен тоже в таверне. С4 анстап был. 3 в 1. Да, как-то вот так слишком вот. Салатненько. Смотри, что С4 вообще обналел. С дубль дэмэджем сейчас вот так медведю, смотри. Тресь. Еще из-под мелда, если треснет, разу. Вот он. Ну вот и минус 4. Трипл килл. Да ладно, С4. Просто-напросто на хайграунд. Лол. А у него рефракшн там аэгис, так что ему-то фиолетово. Ну в любом случае, С4, конечно, тут просто перестрелял врагов. И еще становится 10-4 в пользу команды Альянс. Ну и, видимо, плакали мои 10 американских вечно зеленых тугриков. Говорят, не забудьте единую Россию, ну конечно. И Хауль Волков. Хауль Волков, ну это понятно. То есть это у главного героя будет первых две стартовых обилки вообще. Это же у нас РПГ все-таки. Ну да. Да. Так что волки у него будут, Хауль у него тоже будет. Точно. И Mask of Madness тоже будет. Куда же фашисты? Мы уже говорили про Гитлера. Сценарий надо просто для игр писать. Там есть такие просто шикарные идеи. Вообще и так далее. Так, 25-я минута по деньгам. 7500, по XP тоже около того. Одним из персонажей должен быть 1x. То, что надо. Мне интересно, только злым или добрым. Не, я думаю, что он должен быть стражником, знаешь, NPC. После какой-то задания. Да, NPC с таким значком, который раздает задания. В пивнушке где-то. В гор, например. Вот это было бы круто вообще. Если у нас будут орки. У нас не будет орков. Не, ну если есть зомби, должны быть орки. Так, погоди, надо подумать еще, что там такого есть. Мейнстримового. Не знаю. Орки, кстати, уже нифига не мейнстримовые. Че делает Блэк вообще сейчас, объясни мне. Еще, кстати, обязательно нужен тюнинг. Точно, я вспомнил. Тюнинг, да, тоже хорошо. За деньги желательно. Только за деньги. С донатом. Все так, с донатом. Я показываю вам Блэка, вот чем он занимается. Блэк выжидает, погоди. А, схавал дерево. Блэк включил режим бобра и ест лес. И все, и вышел опять с леса. Так, здесь пас Синдерен и Фата на дефе возле своего Т2 Таура. На них тоже никто пока не нападает. Блэк бегает в чужих лесах. У Блэка Яша 1500, в то время здесь у Бульдога мы видим Ghost Captor, Мека, Транквил Тапки. Да, я тоже включу, пожалуй, Нетворс, но мы видите, да?
S4, насколько все серьезно. 4700 у него денег. Лода тоже супербашер сейчас склепает, но это борода. Не, озвучка на самом должна деле... быть с матами, согласен. Что, с матами? С матами озвучка. Не-не-не-не-не-не-не. Это уже трэш какой-то получится. То есть, а все остальное у тебя это было, да... Ну, а другие же выпускают, и детям после 6 лет можно играть, да? Ну, у нас вообще Пегги там 3+. Да, Пегги 3+. Все можно. Просто как Лего. Да. Нас нет, не будет у нас ни писек, как в Metro Last Light, ни сисек, как в Lineage. Нет, сиськи должны быть все-таки. Да, но они же будут не голые. Да, голые да, нельзя, да. Потому что Пегги сразу поставит рейтинг низкий и все. Игру уже не продать. Не сможем портировать на Nintendo, например. Да, не сможем портировать на Nintendo, на Game Boy. Тамагочи. Тамагочи. Так, что там у медведя тем временем? Медведь, кстати, почти с Кирасы. Но опять же, вот сейчас, если получится у Музов провести хотя бы одну нормальную драку, то теоретически шанс у них остается. Но вот Лода, конечно, сейчас с Abyssal Blade уже, и шансы команды Moz Sports. Все ниже. То есть я, в принципе, не понимаю, как они сейчас должны выигрывать драки. Не, ну вообще, как мы могли забыть? Драконы. Почему у нас в игре нет? Кстати, да. Это да. Вообще первое, что должно быть. Первый босс должен быть дракон, и последний босс должен быть дракон. Или у нас не будет боссов. Боссы это слишком мейнстрима. Не, боссы обычно, знаешь, как в таких супер-трэшовых играх, там какой-нибудь БТР или там вертолет. Прямо ходящий робот из Star Wars, вот этот, знаешь, четырехногий. Так, Лода. 540 голды. Где Блэк? Блэк купил манту? Нет, Блэк не купил манту. У него по-прежнему Яшей 2 600 денег. До манты еще надо совсем немножечко потерпеть. А, ну, блин, кого убивать? Опять-таки, мы говорили, план всегда чудесный. Прыгаешь на бульдога, пару тычек. Бульдог с перепуга уходит в госкептер, и ты его накрываешь просто ультом. Там просто триллиард дэмэджа влезет. На 16 левеле. Кстати, на 16 левеле, да, третий ультимейт все-таки у антимага. И прошу заметить, первый монобрейк, первый спеллшилд Блэка. Как тебе? Ну, блин, хотя, что там ему? Там никто по спеллшилду не бьет практически. Там что, Найкс грызет, Темпларка грызет. На остальных ему, в принципе, все равно, так что. Решил, что плюсы ему будут поважнее здесь. Ну и ладно, опять же, его право. Не, можно его здесь понять, опять же, тут магического урона практически нет. Нет никаких там жестких кассеров, тут вообще из интовиков. На самом деле, вот у нас кто? Один Дароксир вроде как. Да. Ну что? Маузач что-то собрали сейчас втроем мини. Ну, в принципе, они втроем пол игры стоят вот так вот. Ну и Монтастайл. Ну, Блэка Мауза понимают, насколько важна для них эта игра, что им надо по-любому победить. А в основном, когда вот ты так начинаешь играть в таком матче, ты в большинстве случаев, мягко говоря, насасываешь. Ну да. Слишком осторожничают. И это, конечно, огромный минус. Альянс сейчас от Рошана вдвоем забирает буквально за пару секунд. То есть тут уже МКБ и Дезолятор, и 30-я минута, и Даггер. И как бы сейчас вот эта Ланая просто может самолично развалить просто пятерых, по-моему, маузов. Да, Ланайка сейчас, да, она если залетит, то куски будет отрывать очень-очень большие. Ну вот интересно, будет ли спешить куда-то Альянс, или они опять-таки спокойненько сейчас отыграют. То есть, так Альянс, они сейчас в роли лидера, они такие, мол, думают, ну вы что-то хотите показать, давайте идите показывайте. А Мауза как бы не фармили, опа, тут все равно новость не догонят. Пришла о том, что Кайпи были пойманы на фейк-никинге на EMS. На чем? А, типа кто-то... КВМ-чик! Беда-беда. КВМ. Вот они, цыгане. Да, фейк-никинг. Ну, бывает. Блин. Как там говорил ПГГ? Не электрик, нечего лезть? Да, не электрик. Ну, типа, ну не умеешь ты там, только не ПГГ знаю, умеет. Под фейк-никами играть. Ну, не играй там, спалят же. Да. Ну что, тут что-то Альянсы как-то слишком, как-то по-детски забирают этот тауэр, ну и Блэку отдают просто Т1 снизу. Да, Блэк иллюзиями здесь должен добивать его. Прыгает Ланая, и... Нет, Блэк не добил иллюзиями, оставил тауэр 79 хп. Ну, че ж ты так боишься-то, а? Ну чё, поехали смотреть дальше. Пас и Синдарен, мы видим, здесь задувает Синдаренушка. Прямо в ритм бумдефить до конца. Опа, ЕГМ видит кошку, ну ЕГМ. Что ж может сделать ЕГМ? Ничего. Блэк в миде, Блэк 1000 голды уже, где Лода?
Лода 1400 уже после Абиса. Ну и С4, мы видим, с ним передвигается сейчас по карте. Ждут кого-то. Так, что у нас там происходит в игре? Как обычно, ничего. Ну, что-то можно еще добавить. Моуза проиграют практически 100% вероятность с таким-то, с такой-то игрой. Не знаю, на что им еще можно здесь рассчитывать. Ну, блин, не знаю, на чудо. Ну, вот, С4, Лода вылез хорошо. Фата сейчас ушел. Нормально среагировал. Блэк сейчас должен прыгнуть на Никса и попытаться его убить очень-очень быстро через Монтастайл. И, в принципе, может это сделать. А может. Как сейчас бы на топе. Джем быкует. Ой-ой-ой, ты смотри, он Пол Блэка чуть не убил. Пол Блэка убил. Пол Блэка он как раз, да, и убил. До целого ему немножко не хватило. Там сейчас атака у нас на С4. Очень быстро рассыпается этот медведь. Медведь действительно очень мягенький, под минус армором. Ну и сам Мишка-то, блин. Ну хотя есть у него, блин, кираса, которая нивелирует. Слушай, что произошло вообще? Взял, потерял Аегис. С4. Ну, может быть, время заканчивалось. Пал. А нет. Недавно только убили. Блэк прыгает на С4, он в инвизии, лол. Блэка стягивает всех сюда прямо. Ой, как же сейчас неприятненько. Ну там неприятненько то, что медведь опять у нас погибает. Погибает также здесь еще и Фата. И прыгает на Синдрена. Ну и Блэк едва живой уходит отсюда. Да, вот такая у нас неприятность, друзья. Конечно, Моуспортс, вот то, о чем всегда мы говорим, что если вы чересчур осторожно играете, вы зачастую проигрываете. Вот и альянсы заходят на хайграунд. Собственно, понятное дело, что тэфить просто нечем. Да, есть Блэк, есть Кошка, но вдвоем против пятерых они не пойдут. Альянс, скорее всего, не только мид снесут, но и пойдут сразу вниз. Ну и поражение Маус. Это очень хорошая новость для таких команд, как Кайпи, Квантик и Рокскиз. И 4FC команд, которые все еще надеются попасть на лан-финалы. Что Маузов, для Маузов это будет четвертое поражение. А, ну и им еще играть с Нави. Да, там как бы вариантов у них уже немного, но а для остальных команд, если вот все матчи пройдут так, как они должны пройти, то тогда у нас будет действительно очень интересная ситуация. Опять же, с командами Кайпи, Квантик, там Рокскиз, например. Ну, хотя у Роксов сейчас поражение. 6 поражений, да, уже, Роксом, да, надо надеяться на то, что там на что чудо. Кайпи и Квантик, да, напортачат, да, где-то уже, потому что сейчас главное... Ну, The Trage вот сегодня, кстати, вечером играет с Квантиками, и вот Роксам нужно болеть за The Trage очень сильно. Чтобы The Trage пытались выиграть. Следующая новость. Рокскиз были спалены на фейк-никинге. Играли вместо команды The Trage на Старладере. Опа, опять-таки нашли медведя. Вот смотри, один яд его залетает, и все, и Мишка рассыпается. Опять же, плюс 300 голды. Ну, короче, просто уже штуку подарил за последние полторы минуты. Пацанам. Койква. Да, в любом случае мы видим проблемы огромные у Маус. Ничего они не могут сделать. 18-900 нетворс у С4. У Лоды 4200 денег. Ну, у Блэка нету ничего, но 3000 голды. Ну что же он здесь делает? Вот, разве что вот так вот как-то сплитпуш. Сейчас его тут будет убивать просто-напросто Лода. Ну, у Блэка, да, 4-го левела блинк, поэтому не так просто. И Блэк-то мог бы подраться с этим Найкс. Но нет, не очень. Да, ну, как сказать, мог подраться. У Лайфстиллера это 300 дэмэджа, у Блэка 1600 хп и, наоборот, 6 ударов, действительно. Под рейджом там просто моментально будет отваливаться. Так что да, так что Маузам сейчас я не знаю, на что остается надеяться. На то, что как-то отвратительно подерутся сейчас альянсы, что маловероятно, как обычно, потому что это же альянс. И Блэк вот на этом антимаге. Что бы ему еще такого собрать, вот, чтобы начать убивать противника? Я даже не знаю. Тараска, ну, лайфстиллер вроде как. Еще никто его не отменял. Все равно будет неплохо пробивать. Но в любом случае, Баттерфляй здесь уже отменяется, потому что у Темпларки есть МКБ, да и не так много времени осталось. Я думаю, лайфстиллеру, да, МКБ, если вдруг он увидит зачатки Баттерфляя на Блэке. Так что... Ну какие, ну какой Баттерфляй? Ну зачем Баттерфляй? Ну Тараска, скорее всего, будет. Ну есть же уже МКБ, если я не ошибаюсь. Да, есть же МКБ у Темпларки. То есть, ну, в смысле? Сейчас Ривер, наверное, если какой-то купит или нет. Да. Блэк, красава. Ну вот где логика в этих вот, вот где? Топовые игроки мира.
где логика, действительно, вот кто может объяснить? Ну, я не верю, что он не видел МКБ у Ланай. Вот я не верю, оно уже у нее не знаю. Я не верю в то, что он 7. Думает, что МКБ не появится у лайфстилера там через 3 минуты, вот, или через минуту после того, как у него появится баттерфляй. Смотри, просто на S4. S4 там уже на базе гуляет. Вообще пофиг. Хотя корни... Баш прошел, корни. Не, ну тут там могут сейчас проблема, у S4 да, огромный, да. Еще его щекочет, но S4 умирает, лол. 905 лайк. Денег. Нормально. Причем для Бэйна. Для... Тут все какой-нибудь у него было 100, стало 1000 просто. Нормально, нормально. Сильно. Рентабельный был этот фраг, скажем так. Кстати, Никс Ассасин котла убил, тоже где-то на базе. Не, вот здесь вот он нашел, да, спуске. Да. Ну и что, когда там следующий Рошан? До следующего Рошана еще буквально там 3 минутки остается. Ну и... будут ждать, пока появится, конечно же, S4, пойдут, заберут Рошана и пойдут, наверное, заканчивать игру Альянс. Ну а мы вам напомним, ребят, что сегодня у нас целых 7 матчей. Следующая игра TCM Gaming против Icy Cup. То есть она уже там, в принципе, готова стартануть. Но это дело, что мы дождемся. Так, и что тут у нас? Медведь. Такой подбитый. Это панда. Он так миленько бежит, когда у нее лапка подбита. Медведь, привет. Такая прям ми-ми-ми. Ми-ми-ми. Так, Адмирал Бульдог у нас, мы видим, на Дарксире. Есть у него Хекс, кстати, появился минутку назад, полторы минутки назад. Есть Мека, есть Ghost Captor, есть Soul Ring, Ranquil, Тапки. Кевиномансер. Вот такой вот, Кевиномансер. Лода, Кираса. Драм ЕГМ продолжает здесь просто-напросто выискивать по лесах пацанов. Так, смотрю, что ты у нас пока пишешь, потому что в игре вообще ничего интересного. Короче, я знаю, что буду делать. Что ты будешь делать? Ща. Гамес. Каспер ищет стрим Фокса или что? Просто... Counter-Strike, я соскучился за ним. Дота тут скучная. Virtus.pro Fox, он же в арене сидит. Пойди за спиной посмотри. Так пойду. Там они, да, все же движухи. Там и Доси я тоже вижу постоянно. Ну так на DreamHack же пацаны едут через 4 дня. Что на DreamHack сейчас просто валит столько народу вообще. Я там офигеваю прям со всюду, скажем так. Все команды, игроки, дисциплины. То есть на DreamHack, кроме DreamHack по Доте, будет DreamHack по... КС, это 16 топ-команд. DreamHack по Старкрафту, это как всегда 64 Старкрафтера. Или даже 128 на DreamHack. О боже. Плюс будет первая неделя нового сезона LCS лоловского. Плюс будут европейские финалы по World of Tanks на 100 тысяч зелени. Плюс еще куча разной ереси, какие-то чемпионаты мира по Хону. Еще, ну, там, короче, как всегда, такой просто мега-экшен будет на протяжении 4 дней происходить. Да, ребят, мы вам напомним, что начиная с субботы, суббота, воскресенье, понедельник, 3 дня официальный русскоязычный стрим DreamHack у нас на этом же канале, где вы сейчас находитесь. Na'Vi, Virtus.pro едут, ну и из наших, наверное, Quantic команду мы к нашим все-таки перечисляем. Ну да, да, там Габлак, французы, все дела. Silent. Габлак, французы, получил... они и так же как почти наши, они уже да, у нас тут завсегдатые. Наши пацаны. Габлак получил визу сегодня, то есть он едет точно на топе, принимает кошку. Как-то так вот его принимают, медленно и неуверенно, но я думаю, примут через Хекс, да, а да, здесь запилят, здесь же S4 и Лода. Быстро разбирается. Так вот, Габлак получил визу, насколько я знаю, Silent уже в Москве, и именно поэтому со стендинами там играют парни из Quantic, вчера, по крайней мере, играли, и тоже он в процессе получения визы, так что, может быть, полным составом будет играть команда Quantic, а не так, как там... Что-то как-то не очень получалось в прошлых годах. Ну и Virtus.pro. Спрашивали Virtus.pro. Насколько я опять-таки знаю, визу должны получить сегодня. Что у нас? Сегодня у нас вторник. Завтра должны получить визу ребята из Virtus.pro. Для поездки на DreamHack. Должны получить визу. Я на это надеюсь очень сильно. Ну что, просто заходит сейчас, начинает бэкдорить лода S4. Им абсолютно пофиг. S4 к тому же мы видим с инфиблом. Ему просто на это плевать. Ну, вот не забэкдорили, ладно, дождались крипов и сейчас будут, собственно, добивать. Так, да, ну тут, конечно, шансов. Батерфляй купил Блэк, ну вот-вот, да. Вот вчера, вот таких матчей действительно надо пытаться что-то сделать. Вчера вот мы видели на ярком примере, как надо пытаться что-то сделать. Покупать рапиру и идти драться. Ну просто Герокоптер это один из тех персонажей, который может с этой рапирой затащить. Ну да, Макс рапира и ему что, ему...
по голове растреснули, и все, и он отъезжает. Ну, тем более, что хиксы, блин, минус арморы и так далее. Да, много всякого. Ну, будет хоть одна драка у нас. Прыгает Пата, карапассируется Пата, лол. Минус Пата, минус Синдерена. ЕГМ здесь пытается что-то сделать. Блэк убил ЕГМ, а Даркфер всех стянул. Тут же ультимейт атаки. Мы видим, трипл килл уже сделал С4. Там был байбек один или два. Ну, это, в принципе, стенка была просто офигенная. Стенка стянула просто не стенка, а Дарксир всех в нее стянул. Это было действительно очень круто. Да, и просто на нижнюю линию сразу улетает. Мы видим С4, у него тревела имеется. Ну и доносят, собственно, альянсы своих соперников. Маус все еще не написали ГГ. Маус все-таки на что-то надеется. Но никого они не могут убить сейчас даже. То есть... Ну вот Блэк тут уже просто EGM убивает практически соло. Ну и Фата мы видим, помог. Как Фата заканчивается, как будто у него 5 хп. ГГВП, победа команды Альянс. Поздравляем их с этим. Альянсы у нас набирают еще 3 очка в свою таблицу и дают шанс преследователям команды Маус. Я сейчас обновлю турнирную таблицу, чтобы вы увидели, как она выглядит на данный момент. Альянсы, напомню. А, по-моему, Альянсы только что гарантировали себе второе место. То есть, если я не ошибаюсь, они действительно себе гарантировали второе место. Вот она, турнирная таблица. Альянс 36, 14 матчах. Последнюю игру, даже если выиграют, а Virtus.pro проиграет, вы знаете, по личному матчу Virtus.pro все равно будут первыми. Да, Альянсы гарантировали себе место под номером 2. Ну и теперь остается только дождаться, кто займет очередные места. Мы очень быстро уходим на рекламу. Через 5 минут возвращаемся на матч TCM ASICA. Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder худ в подарок. Билет уже в продаже.